Особое мнение на 101 FM. Добрый день, здравствуйте. У микрофона Владимир Сметанин. Прошу любить и жаловать гостя нашей студии Николай Плюснин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Николай, добрый день. Добрый день. Приятно, что консультанты такого важного и нужного направления заглядывают в нашу студию все чаще. Нам очень приятно, надеюсь, вам тоже. У вас сегодня дебют такой в общении с тет-а-тет. Я думаю, что все будет хорошо, все удастся. Очень интересная тема. Я сегодня буду вас просить разжевывать какие-то элементарные термины, в том числе, что такое есть инициативное бюджетирование, потому что ваши-то коллеги уже неоднократно произносили это все в нашей студии. Вы сегодня будете тренироваться в том числе. Вот накануне Хорошо. Стало известно о том, что на рабочей группе, да, Общественной палаты Кировской области обсуждался проект закона об инициативном бюджетировании. Далее, что у нас там совет палаты, да, будет региональный. И, дай бог, выход уже на региональный парламент. Давайте поподробнее, о чем идет речь, что законопроект, что за законопроект. Да, этот проект закона появился уже почти полтора года назад. То есть тоже из идеи... Вроде бы проекты есть, но непонятно, работают, не работают. Как можно изменить отношения и дать некие гарантии для, и для населения, и для муниципалитетов? В общественной палате появилась идея сделать нечто хорошее и полезное. Потом подумать, раз есть право предлагать законы, давайте сделаем закон. Закон был разработан. Законодательная инициатива, да, есть у нашей региональной общественной палаты. В итоге вышли к тому, что проект закона был доработан в прошлом году в ноябре к гражданскому форуму. На гражданском форуме мы его еще раз обсудили. И вот, ну, тут в силу длинного перерыва, уже говорили у вас в студии, что был перерыв длинный по резолюции, поэтому вот сейчас появилась итоговая резолюция. И все-таки мы решили, что проект закона надо принять итого. Вчера на рабочей группе еще раз обсудили. Главная тема, главный камень спорный, который сегодня есть между общественниками, общественной палатой, муниципалами и областью, это та сумма, которую мы включаем в проект закона. Ну, то есть мы там сейчас прописаны... Сколько будет ежегодно выделяться, собственно, на все эти дела? Там сегодня прописана сумма 1%. От бюджета? Да, область. То есть получается 400 миллионов? Ну, 300 там за мере. 300, да. 300. Поэтому сегодня эта сумма и выделяется. Но просто когда она и выделяется... И, собственно, об этом был спор главный на гражданском форуме, и вот обсуждение шло именно из-за этого, кто решает, выделять или не выделять. Это уже на уровне закона. И выделить надо, и мы не обсуждаем. Уже вопрос просто, как правильно выделить, на какие практики, по каким условиям. Включая ППМИ? Да. Включая ППМИ. Да. ППМИ — это одна из практик. У нас сегодня в Кирове их две. Вот еще есть народный бюджет. Вот глядя на там, другие регионы, там, на, допустим, сегодня на Сахалин, есть интересная практика школьных проектов. Очень интересная практика. Расскажите поподробнее. Пока, к сожалению, вот нет полной информации, ну, потому что мы смотрим, как хотя она идет. Хотя бы в нескольких чертах. То есть там авторы идей, школьники, они могут предлагать любые идеи, которые касаются и территории, и школы, и окружающей. Ну, собственно, они идею разрабатывают, они пишут проекты, они защищают, и те проекты, которые будут выиграны, они получат финансирование. То есть как бы, вопрос уже не в деньгах, вопрос в инициативе школьников и в их востребованности. То есть идея-то такая воспитательная, да, образовательная, в том числе, чтобы подталкивать как можно раньше заниматься этими вопросами. Ну, почти правильно. Вы угадали идею, которую ставит перед собой Сахалин. У них идея очень простая. Уезжают люди Сахалина. Понятно. Как их оставить территория, на месте? Территория пустеет. Да. Как их оставить на месте? И если мы им сегодня дадим инструменты развития своей территории, и у них потом называется программа не поддержки, там никакого укрепления, а развития территории. То есть как мы можем, используя каждого, начиная от школьника до пенсионера, включить в процесс управления и развития своей территории. Поэтому их идея была именно от этого, поэтому появились отдельно школьные проекты. Так, возвращаясь к нашему региону. Вот поэтому, собственно, вот у нас сегодня вот этот вопрос, собственно, мы вчера оставили его, вот этот 1% оставили в проекте закона. Сейчас, да, закон поступает на палату, уже на совет. Совет должен его передать на пленарное заседание. При хорошем раскладе в июне он попадает в ОЗС. То есть вряд ли, конечно, мы попадем на июньское заседание, но уже там на август-сентябрь уже можно, то, там, или там, июль. То есть после каникул уже? Ну да, то есть либо попадаем перед каникулами, либо попадаем сразу после каникул. А там какие споры были еще? 1%, еще какие суммы? Ну, все остальное это уже детали, нюансы. Просто там был вопрос, что это закон про ППМИ или там про что-то еще. На сегодня там есть именно термины. Что такое инициативное бюджетирование? Что такое проект инициативного бюджетирования? И кто и каким образом выделяет деньги на этот проект? Давайте еще раз потренируемся, озвучим. Давайте. Что же такое инициативное бюджетирование? Что предполагает вот максимально простым языком?
Это возможность населения, жителей какой-либо территории участвовать в управлении и территорией, и бюджетом напрямую, как бы без депутатов. То есть они сами решают, на что направить деньги депутаты того органа, который есть, это либо сельская дума, либо районная, там, они это утверждают, это решение, переводя сумму в бюджете с одной строки на другую. А чиновники просто это решение исполняют. То есть не спускается вверху четко, вот делаем то, вот они там решили на верхах, вот будем делать это. Нет. Тут могут еще и местные жители участвовать во всем именно этом. Они предлагают, они дорабатывают эту идею до того, как им это больше понятнее и интереснее. То есть, если я вспомню любую теорию управления, которая была там, еще и, там, и в СССР, если мы построили новое здание, то к нему не надо делать дорожки, надо дать некоторое время, чтобы люди сами сделали тропинки. Угу. Вот тут идея та же самая. Давайте людям покажем, вот туда можно пойти, а как туда пойдете? Вы предложите, это будет правильное решение. Насколько активно обсуждается, вот по вашим ощущениям, этот вопрос, проект этого закона, заинтересованность участвующих сторон? На тот момент, когда палата, мы выходили в первый раз на сайт палаты, палата вынесла на обсуждение и отправила проект закона по всем муниципальным образованиям Кировской области, мы получили много отзывов. Угу. Были отзывы интересные, были сложные, были негативные, но негативные были только с одной стороны. А в чем негативно? А негатив был только об этом. У нас и так нет денег. Какие еще от нас нужны деньги на финансирование? Собственно, когда мы говорили вот, на итоговом обсуждении, оно было большим, публичным, мы приехали некоторые главы районов, некоторые главы поселений. А что вы им отвечали? Собственно, мы говорили, что мы хотим вам дать гарантию того, что у вас будут деньги. Эти деньги. Да, и вы уже можете планировать свою работу. То есть сегодня у вас их нет, но так от вас сегодня и требуется, собственно, те же самые проценты, которые у вас есть там, сегодня в вашем бюджете, там, ваши там 3-5-7%, сколько можете. Слушайте, наверное, многие могут сказать, что не слишком удачное время сейчас вот для внедрения этой системы, для еще одной строки в бюджете. А, что ответить этим людям? Эта строка, она есть. Ну, вы уже сказали, мы каждый год тратим деньги. Ну, чуть поменьше сейчас, да? Ну, примерно столько же. То есть 250 миллионов в этом году, по-моему, да, на ППМИ? Это на ППМИ. Плюс 10 миллионов на народный бюджет. То есть, собственно говоря, ну, давайте там напишем 0,8%. 0,8%. Собственно, не поменяется ситуация. Если мы возьмем с другой стороны, каждый год наш областной бюджет выделяет на поддержку районов, на образование, там сильно больше там, пары миллиардов. Они идут на те же самые проекты, на то же ЖКХ, на те же дороги, там, на ту же культуру, те же самые строчки. Поэтому, если мы возьмем практику про прошлых лет, просто проанализируем, увидим, куда уходят эти проекты. То есть, условно, сняв там, 100 миллионов с ЖКХ, они попадут туда же. Но это будет сделано не то, что сегодня правильно посчитал чиновник. Он правильно посчитал. Он, скорее всего, не ошибается. Но если у людей есть вариант сделать одно из двух, пусть они это выберут. Это будет и честнее, и интереснее, и полезнее. Я правильно понимаю, что принципиальная эта полезность этого закона в том, что это даст гарантию, что ежегодно точно сумма будет предусмотрена в региональной казне? Именно об этом. Вот это основное. Да, именно это и есть главный спор в законе. Угу. То есть кто решает? Область на уровне закона о бюджете? То есть депутаты, или на уровне подпрограммы в госпрограмме, то есть чиновники решают, когда им удобнее и как эту программу финансировать. А вот на этом обсуждении, которое было накануне, высказывались какие-то доводы против вчера или все это как-то единогласно? Мы уже текст закона уже доутвердили, еще раз его пересмотрели, все понятно, позиция палаты не меняется, закон нужен. 1% нужно оставить, а дальше уже пусть решают депутаты на ЗАГС Собрания. Совет палаты уже известно, когда примерно может состояться по этому вопросу? Я думаю, что где-то в мае, что вот сейчас не успеть. В мае, если там все удачно получится и пойдет дело уже в УЗС, кто непосредственно будет там продвигать эту тему? Ну, в любом случае, это попадает в комиссии. На рассмотрение комиссии. Да, если будут вызывать на рабочие группы, конечно, мы придем, расскажем нашу позицию. А кто непосредственно будет формировать этот законопроект, то есть облачать рамки закон-инициативы? Сегодня это полностью все готово. Готово и законопроект. И с точки зрения правовой уже все это все. Да, то есть это законопроект, к нему есть обоснование, есть объяснение. Это пояснительная записка уже. Уже полный пакет вчера был утвержден. О как? Приятно слышать, что дело не стоит на месте, двигается. Да? Значит, нам тоже приятно, что мы этот проект закона пишем. А можно озвучить пофамильно коллег? Вот,
чтобы благодарить их потом за это, что они это сделали, что они застолбили строчку, так сказать, да, в региональном бюджете. Есть, рабочая группа — это люди, которые работали над текстом, то есть на уровне идеи, да, там надо было много. Изначально идея появилась в разговоре между... Это был Олег Ткачев. Ой, так... Центр поддержки некоммерческих организаций. Ага. И... Ну, кто-то тоже из близких, видимо. Ну, тоже были коллеги из Аппенсплата, сейчас просто стал вспомнить фамилию. Это было вообще на посиделках вот, в среду у Пихина. А, да, Николай Пихин, общественный активист, да, мы знаем, да, что каждую среду он устраивает встречи неравнодушных активных жителей города Кирова. Потом это пришло уже в рабочую группу, и рабочая группа, да, вот уже работала. А опыт других регионов, напомните, в этом отношении, где уже есть подобные? Опыт других регионов очень интересный. Первый проект закона, который стал законом очень быстро, это Пермь. И там у них, поскольку они выходили в режим пилота, они написали 0,1%, но у них бюджет отличается побольше, от конечно, принципиально. Там, да. У них 0,1% это, ну, это хорошие деньги, миллионов, порядка около 100 получается. И... 100 миллионов? Да. Всего лишь? Ну, это 0,1%. А, 0,1%, 0,1%, да. А у нас 1%. Да. То есть, если бы у них 1% был, то это миллиард, да, получается. Ну, миллиард в этом году выделяют как раз Сахалин на проект инвестиционного бюджетирования. Ага, ага. Ну, всего-навсего миллиард. Ну да, пожалуйста. Еще какие примеры? После нас вышли в проект принятия закона регионального Московская область. По моим данным, они взяли, ну, как мне сказали коллеги, опять же, из Москвы, взяли наш проект закона и учитали очень внимательно. Но, как сейчас, опять же, сказали, временно его притормозили. Они хотели его принять этой весной, но временно притормозили, видимо, из-за событий в области. Ну, там не все так спокойно, да, конечно. Но проект закона они обсуждают. Я буду в мае, как раз 16 мая буду в здании правительства Московской области. Думаю, там, по крайней мере, увижу людей. Вы поинтересуетесь, в общем, да, как у них. Мне будет на самом деле интересно посмотреть, как они двигаются. Ну, то есть вот сегодня вот именно на уровне законов, Пермь принят закон, там есть четкая цифра. Кировская область в процессе принятия, и Московская область, она тоже там в процессе принятия, но уже на уровне, там вот уже обсуждается на уровне депутатов. То есть есть некие шансы, что мы можем стать вторыми или третьими, да, в стране, да, из 85 субъектов федерации, где может быть принят такой закон об инициативном бюджетировании. Любопытно. Николай Плюстин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Именно с ним мы беседуем и продолжим наш разговор через полминутки. Особое мнение на 101 FM. Продолжаем нашу беседу. Николай, пару слов, чтобы понятно было нашим слушателям. Что за фонд «Наше будущее»? Фонд «Наше будущее» — это частный фонд, основан Вагитом Алик Первым, это глава компании «Лукойл». Угу. Это его личный проект, это его личные деньги. Он считает, что нужно поддерживать социальный бизнес. И, собственно, именно для этого он этот фонд организовал и занимается этим, ну, как нужная компания «Лукойл», системно, обоснованно, правильно. Опять же, прошу пояснить, чтобы было максимально понятно, социальный бизнес, социальное предпринимательство, что под этим подразумевается. Сейчас мы будем переходить уже к конкретному мероприятию. Знаете, да? Когда мы говорим про бизнес, обычно сразу первая идея – да, мы работаем ради прибыли. Да. Когда мы говорим про какую-то социальную сферу, мы говорим, что мы решаем проблему. Неважно, это дети, это молодежь, это пенсионеры. И речь о зарабатывании тут не идет уже, да. Но есть много вещей, где можно решать проблему и зарабатывать деньги. То есть, ну, наверное, самые простые вещи – это как раз дети, это частные детские сады, студии развития, вот, весь этот бизнес. Когда в официальных, собственно, не хватает мест, да, в муниципальных, в государственных учреждениях, и тут вот бизнес берет на себя такую ответственность. Мы понимаем, что это главное решение проблемы. Что-то нужно делать с детьми. Их девать некуда. Ну, да, мама должна работать, там, папа должен работать. Ну, и просто там ребенку там, уже 3-4 года, ну, не можно сидеть дома вечно. Куда девать? Поэтому и тут появляются люди, которые делают из решения проблемы, может быть, небольшой бизнес. Обычно это все-таки бизнес на уровне окупаемости, уже по опыту. Угу. Другая сторона, с которой некоторые люди имеют отношение, и то в нее попадают, они меня поймут очень хорошо, это уже люди старые, больные, для которых нужен постоянный уход. И у которых нет зачастую близких людей, да, которые могли бы помогать. И здесь начинается проблема, да, что делать.
дома одного там, человека не оставишь, uh-huh. неважно, это там или альцгеймер, или не дай бог, деменция и другие проблемы, uh-huh. появляются частные пансионаты. Uh-huh. Это недешево. Ну, опять же, это может стоить, ну, по примеру, Питера и Москвы, это может стоить порядка тысяч, там, 50 в месяц. 60, да. Uh-huh. По примеру, Костромы это стоит в месяц порядка 1035-40. Угу. Ну, как говорят, то есть они получают пенсию, пенсионеры переводят свою пенсию, остальное добавляют дети. Но это дешевле часто и проще для семьи, и это не формат того, что я бежал на работу и не знаю, как он там. Угу. Всегда кто-то присмотрит за человеком. И вот такой бизнес, это больше решение проблемы, чем деньги. Угу. Вот в этой нише и работают социальные предприниматели, то есть они решают проблему, при этом получая небольшие деньги. Насколько это сейчас распространено в стране и, в частности, в нашем городе? Ну, скажем, это получает свое развитие. Не так давно появились поправки в закон о социальном обслуживании населения, uh-huh. о том, что часть таких услуг можно передавать на аутсорс из бюджета. Это, по-моему, на НКО, с начала прошлого года, с 2017 года Путин, собственно, подписывал соответствующие поправки. То есть, поэтому, собственно, вот этот закон стал одним из элементов развития этой сферы. Mm-hmm. Хотя есть много разных вещей. И есть много проектов по спорту, когда там, люди находят залы и ведут секции условно-бесплатно. Там, на минимальном уровне. Mm-hmm. Потому что они понимают, да, что у них тоже есть свои дети, надо заниматься. Для определенных категорий граждан, да? То есть, опять же. Да, то есть мы решаем просто, это либо детский спорт, именно, ну, вот, уровня там, дошкольного, uh-huh. или там, какие-то группы еще. Ну, вот, наверное, в Кирове из самого известного, ну, хотя они так себя не позиционируют, это центр практикум. Uh-huh. По сути, это то же самое. Uh-huh. Те суммы, которые там взимаются, и за поход в кино, и за танцы, за все остальное, ну, это, дай бог, покрывает прямые расходы. Покрывает. Угу. Это бизнес. Но это не так, что мы сейчас получим миллиарды и будем жить на этом в Лондоне. В Лондон на эти деньги не уехать. Интересное, конечно, такое явление. Да, вот где вот это сочетание-то? Вот где этот баланс находится? Быть полезным обществу и одновременно еще и какую-то предпринимательскую все-таки себе ну, жилку-то вот, сохранять? Вот именно в этом и есть, собственно, сама проблема. И фонд пытается помогать тем, кто ищет себя в этой нише. Фонд дает конкретные инструменты, методики, направляет. Да? У него много работы, начиная да, просто от информирования о том, что есть в этой нише и где этим можно позаниматься, и включая, ну, как самое большое, если нужны деньги там, для какого-то проекта, могут выделить грант беспроцентный там, на 5-7 лет. Пожалуйста, занимайтесь. Да, то есть но это бизнес. Бизнес-план сделать помогут. Помогут бизнес организовать. Деньги нужно будет вернуть, но это грант беспроцентный. Mm-hmm. И вот уже второй год, если вы ездите на машине, я так понимаю, что вы тоже автомобилист, да. То, наверное, в Кирове на заправках компании «Лукойл» вы видели стенды, там написано «больше, чем покупка». Да, да. Это тоже проект вот этого фонда, когда там стоят товары, которые сделаны социальными предпринимателями. Mm-hmm. Вот вхождение в эти сети, а сегодня по России это порядка там точек 570, если не ошибаюсь, вот таких точек uh-huh. по ОЗС, это бесплатно для производителей. Если у вас есть товар, который можно регулярно поставлять в сеть, то его гарантированно будут брать на реализацию. Да, то есть, и это уже бизнес. Да. Uh-huh. Собственно, когда я уже вернусь второй раз, uh-huh. как раз именно об этом будем uh-huh. говорить 16 мая в Москве. Uh-huh. Да, могу сразу пригласить всех, кто считает себя социальным предпринимателем. Можно отправить на этот слет заявку. Участие бесплатное. Еще пока есть возможность получить условно, денег на проезд туда-обратно. То есть, заявиться? Да, да, то есть еще можно успеть. То есть приобрести да. билеты, их оплатят? Да, их оплатят, да? Потому что мы понимаем, что нужно помогать. Угу. И, собственно, там как раз будет главная тема вот этого слета, как товаропроизводителям попасть в торговые сети, научиться делать хорошо упаковку,
продвижение и, главное, собственно, попасть в сети. А, Николай, какими качествами вот должен обладать вот этот самый социальный предприниматель, вот такими основными? Что должно быть внутри? Что должно двигать? Там, на ваш взгляд. Что двигать? Заработать нельзя. Нет, почему? Можно, можно заработать. Но просто ты понимаешь, что главное виде, да. У тебя не зарабатывание. Вот, и когда я вижу этих людей, когда с ним начинаю разговаривать, у них главное, говорит, ну мы же сделали вот это. Там, мы построили там условное кафе, где приходят на уроки внуки, мамы, бабушки, и они все вместе готовят еду. То есть это такой бизнес. Mm-hmm. То есть вот я посмотрел на новый проект, когда смотришь на автора этой идеи и на то, как они это делают, понимаешь, что я бы к ним пошел сам. Даже просто там, помощником, просто там побыть в этой атмосфере. Mm-hmm. Да, это бизнес-проект, деньги есть. Главное, что она получает, ну, и она, и те люди, кто приходит к ней вот mm-hmm. на эти занятия, семья по-другому себя начинают осознавать. Угу. Появляется именно вот та семейная кухонная атмосфера, но она живая, тёплая, и активная. Да. Угу. Они сделали вместе продукт. Угу. Фонд, который вы представляете, это единственный источник сейчас, в настоящее время в нашем государстве? В России он был первым. Социального предпринимательства. Да, в России он был первым. Но другие-то тоже есть. Ну, да, сейчас... Ну, нет, другие фонды, они просто дают, в том числе и на это. Угу. У этого фонда все-таки это главная миссия, и он занимается... Профильное такое направление. Только этим. Да, потому говорит о том, что фонд там, главный, единственный. Но сегодня он ведущий. Да, если ведущим, вы, задает, так сказать. Сказать. Mm-hmm. Он занимается исследованиями. Пару лет назад этот фонд изучал опыт в Южной Корее, который сегодня, наверное, в мире лидер по социальному предпринимательству. Они перевели там документы, книги, угу, какие-то исследования, методики, и вот на базе этого это все было передано, используя силы и ресурсы, угу, самого фонда и его основателя, было передано в Министерство по экономике, Министерство по социальному развитию России. Это было изучено, и многие вещи уже так или иначе попадают потом в законы, в документы, в нормативную базу, уже как нечто правильное, как некий ориентир. Даже эта работа, она стоила того, чтобы ее было проделать. А государство, простите, какое внимание уделяет этому направлению? Ну вот кроме того, что мы сказали, что поправки у нас были включены, что некая доля должна частным некоммерческим организациям должна быть передана, еще что-то? Ну, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Потому что я тоже не могу так вот сразу. Или государство еще не созрело наше для этого как-то, возможно. Тут, видите, если говорить про государство, как там? Или оно вообще не нужно вообще? Вот если говорить, вот как раз в этой сфере оно нужнее всего. Потому что все-таки, что касается жизни и здоровья, это самые сложные вещи, поэтому мы не можем там... Ну, смотрите, вернемся к примеру пансионата для пожилых. Угу. Можно сделать его в самом простом формате. Это формат, ну, а-ля отель, хостел. Угу. Не нужно ничего. Ни лицензии там, на питание, ни на что. Мы просто делаем некое место для проживания. И все, что нам нужно, ну, по закону, да, получить данные от СЭС о том, что у нас там помещение, угу, нормальное, да, предупреждение может быть. Если у них не будет там, малый бизнес, запрет приходить нельзя. Uh-huh. Ну, они все равно придут, скорее всего. И возможно, нам надо будет решить проблему по постановке на учет. Все равно у нас есть учет по поселению. Люди, uh-huh, приехали больше, чем на 3 дня, но нужно сообщить об этом в полиции. То есть регистрация? Да, регистрация, некая, учет, да, по месту. Да. Uh-huh. Все. Если же мы хотим сделать нечто большее, и у нас появляется медсестра, то тогда у нас точно появляется лицензия на оказание соответствующих услуг. Да. И это уже совершенно, да, другой формат. И мы понимаем, что одной медсестрой нам не обойтись. Нам нужен врач. Угу. Врач нужен порядка там, человек, например, на 50, на 60. Вот один. Угу. То есть если медсестра там работает там, на 30-40 человек, то врач нужен на 50-60 человек. А это уже полностью лицензия, это совершенно другой формат, это отдельное помещение под прием больных, под карантин, под хранение лекарств и прочее. Это уже, опять, это жизнь и здоровье. И если мы понимаем, что у нас это мы попадаем в режим больницы, это пищеблок. Совершенно новые требования, а они отличаются принципиально.
То есть там нужны помещения, и квалификация людей, и тоже прохождение всех. Вот поэтому здесь роль нужна у государства, и она сегодня есть. Поэтому придумать что-то новое, наверное, нет смысла. Когда оно необходимо, да, оно появляется. Но на сегодня государство тоже пока плохо понимает, где здесь, ну, условно, выгода и прибыль. А, государство тоже этими категориями мыслит? Конечно. Ему выгоду от этого получить? Ну, потому что, ну, во-первых, прибыль — это налоги. Uh-huh. С другой стороны, кто должен, если есть проблема, то кто должен ее решить? Uh-huh. Поэтому есть формат. Люди делают некую деятельность, наверное, полезную, и, скорее всего, полезную. И денег там немного. Много у них не попросишь, но их можно попросить решить эту проблему, решать глубже, интереснее, сильнее, показывать, как вместе с ними эту проблему решать. Mm-hmm. Вот сегодня, наверное, в этом формате роль больше именно у государства. Николай Плюстин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Подоспело время небольшого рекламного блока. Скоро вернемся. Особое мнение на 101FM. Беседуем мы, напомню, с Николаем Плесниным, региональным представителем фонда «Наше будущее», консультантом инициативного бюджетирования. Сейчас немножко по времени откатимся назад, в середину апреля, но это не теряет актуальности, безусловно. В Костроме прошел первый слет социальных предпринимателей под названием «Региональная идентичность. Поиск развития успеха». Держу сейчас брошюрку, соответствующую, себя в руках. Николай, собственно, ее презентовал. Как развивать территорию? Вы выступали как раз-таки вот с этим кейсом на данном мероприятии. Ну, давайте вот поговорим по итогам прошлого. Ну, собственно, я рассказывал, собственно, про инициативное бюджетирование. Uh-huh. О том, что там у них стоял вопрос, в чем может быть выгода для бизнеса в таких проектах. Просто я приводил реальные живые примеры, когда можно, используя там, бизнес-подход и да, объединение, потому что бизнес тоже будет разный. То есть, либо бизнес просто дает денег, или же бизнес участвует в проектах от и до, ну, просто, допустим, в Костроме, в Перми, там, в других регионах есть возможность делать проекты не просто про преимущество, а еще именно про деятельность. Ну вот у вас есть еще минуты для того, чтобы конкретно эти примеры-то давайте расскажу, привести. Да, просто вот на примере по Костроме. У них можно провести какой-то... А почему, кстати, простите, именно в Костроме состоялся этот слет? Ну, потому что такие слеты проходят... Ну, это был первый в Костроме и в том регионе. А, первый в Костроме? Да. Это был но не первый в стране? Нет, в стране уже было, наверное, порядка штук 10 таких слетов в разных местах. В Костроме, Иваново, Ярославле, благо они там все рядышком, пошел такой слет. Первый слет, ну, было где-то порядка человек, наверное, 250, пришел губернатор, глава Думы. Да-да-да. Это было, причем выступление губернатора приветственное слово губернатора было таким чувственным. Да. Просто вот я давно не слышал таких чиновников, которые говорят от души, неужто без бумажки. Писал? Ну, как там сказали люди, он оставил текст, который ему был написан, он оставил его на стуле и так отчитал, что просто было видно, что вот он этим горит. Он это чувствует, то есть, да, он говорит про то же самое. Те же дети, пенсионеры, и эту проблему нужно решать. Сил нет у государства. Молодой или пожилой глава региона у них? Пожилой. Пожилой уже. Да, то есть он понимает, видимо, уже, ну, может, даже и через себя, но и все равно у них регион, скажем честно, чуть-чуть беднее, чем Кировская область. Ну, это, да, если кто ездил на машине от Кирова до Санкт-Петербурга, то представляет, что до границы Кировской области хорошая дорога, а Мантурово-Буй... Это уже дорога, где, когда там, когда к нам приехали друзья, когда я еще занимался организацией мотопробегов на скутерах, мы ездили в Латвию, потом ездили до Байконура, и вот в ответ поехали коллеги к нам из Латвии. Я 10 лет назад там был первый и последний раз. Вот к нам приехали коллеги, они приехали на запорожцах, это был 2012 год. Вот они, мы их встречаем в городе Катерничане, говорят, мы не поняли, а вот там нет асфальта, это почему? Ну, его сняли, чтобы лучше ехать. В смысле? Ну, знаете, асфальт сняли, чтобы лучше ехать. Для них, они такие были уже 20 лет после СССР, они этого уже, не понимают, как это снять асфальт, чтобы лучше ехать. Вот, поэтому это Кострома. И сегодня там ситуация с бюджетом, она не самая хорошая. Вот. И вернемся, ну, собственно, к проектам, то есть к бизнесу. Есть там какое-нибудь село, где есть желание там провести там летом праздник большой, там, неважно, день села, там что-нибудь спортивное, культурное мероприятие. Встречу выпускников каких-то. Кто-то должен организовать. Этих денег, ну, опять же, условно, нет. Вот
проекты инициативного бюджетирования, которые инициированы там, любым НКО там, или, там, или кем-то еще, как-то группой, кто готов на себя взять эту работу. То есть они могут сделать в рамках инициативного бюджетирования все от заявки, да, надо зимой ее приготовить, подать, проработать бюджет, сделать из себя рабочую группу. Да, даже если будет потом будет там, электронный аукцион, это будет госзакупка, но, собственно, вы же эту идею прорабатывали. Uh-huh. Вы можете ее выиграть. То есть мало того, что вы сейчас вложите там, силы и средства, так вы потом денег заработаете, и это будет хорошо и для вас самих. Поэтому вот бизнес, он может быть и таким тоже. Поэтому здесь формат приемлемый. В Кирове это пока невозможно. Почему? По условиям конкурсов у нас в Кирове невозможно делать события и мероприятия. Да. У нас пока это невозможно. В других регионах... Вы рассказывали, когда на прошлой неделе приходили, да, по-моему, там даже деньги народные там тратятся, в том числе на приезд какого-то коллектива музыкального. Ну да, то есть, просто как раз говорили мои коллеги, когда они поехали там на Ямал, у них есть идея сделать общегородской праздник день выпускника, что-то по образу, как делают Питер, Москва, там Алые паруса. Вот они думают, можно это сделать? Это сделать можно. Это такой городской праздник, но у них Нижний город делает такую вещь реально. Да, там будут склады и население, потому что это реально. Мама и папа вложатся, тут думать не надо. Все-таки это выпускной. Один раз в жизни. Город было, вложится, да. Потому что да, ну, это не для них событие городского формата, это можно делать не по школам, а не нечто глобальное. Ну, и, там, это будет выгодно всем. Угу. Ну, такие проекты, они возможны. Так, и возвращаясь к Костроме, опять же, к этому слету социальных предпринимателей. И вот, собственно, когда мы рассказывали вот об этом, о том, что можно, в том числе, и эти проекты, они тоже есть и по Кирову, и как это у вас не есть по Костроме, в любой деревне есть клуб. Ну, почти в любой деревне есть клуб. Где-то действующий, очень где-то часто, уже не действующий. Да, он уже такой полуживой. Если его отремонтировать, у главы поселения возникает вопрос. Как платить, как топить? Кто будет заниматься обслуживанием? Если в селе, если в этом месте есть активные люди, которые тут были бы готовы сделать какой-то центр развития, там, опять же, для детей, для пенсионеров, там, что-то еще, пусть брать небольшие деньги, но им этого хватит и на себя, и на покрытие расходов по клубу. Угу. Собственно, вот мы получим модель социального бизнеса, при которой всем хорошо. Хорошо то, что появилось там одно-два рабочих места, это уже рабочие места. Нет проблемы, куда пойти. То есть, вечером или выходной день, в праздничный день. То есть есть занятость у людей, у главы поселения нет проблемы с имуществом, он не занимается его обслуживанием, он его отдал на обслуживание, и он, по крайней мере, за него не платит отопление и электричество. Всем хорошо. Вопрос еще важный. В изменении сознания. Людского. Все мы привыкли, ну не все, но многие привыкли, что да, ничего мы должны, ничего мы не должны, это нам должны, кто-то нам все должен дать, предоставить и так далее, организовать. Такое есть, да. И чем богаче регион, тем это активнее. Да? Да, потому что ну, когда люди богаты, они могут купить. Или они знают, что это положено. Как говорит один мой друг, который живет в городе Нью-Йорке, он русский журналист, просто его отправили работать в Нью-Йорк. Он говорит, Нью-Йорк — это город для бедных. Если ты бедный, едь в Нью-Йорк. Почти все, что хочешь, едь бесплатно. Там так или иначе, но можно получить бесплатное жилье, бесплатную еду, бесплатную одежду, можно все. Но если ты хочешь делать бизнес, Нью-Йорк для тебя, ну, город тяжеловатый, поэтому лучше уехать там, в условно, Чикаго, куда-то еще. То есть я тоже был удивлен, что город для бедных. Хотя все мы привыкли считать, что... Нью-Йорк город контрастов. Да, вот, наверное, поэтому, да, город контрастов. Да. Именно поэтому и по Костроме так же. Город в меру старинный, небогатый, и у людей нет этого ощущения, что нам должны. Даже в Кирове нет этого ощущения. Это пропадает на уровне там, минутного общения. А почему вам должны? Ну, мы же платим налоги. А сколько вы в прошлом году оплатили налогов? Когда я спрашиваю такие вопросы на собраниях, честно, я не получил ни одного ответа, что там много, там в тысячах рублей. Все как-то сразу говорят, да. Я говорю, хорошо, а у вас лес-то есть? Есть. А как вы живете? Ну, так лес есть, там грибы, ягоды, отлично. Из этого 1000 рублей вы можете вложить в дорогу к вашему дому? Что, 1000, да, конечно. Мы думаем, скажите, 5. Хотя бывает и по 5, и по 15. И люди готовы. Потому что карман, личный карман, личный интерес. Поэтому, собственно, вот этот бизнес-подход, когда мы соединяем бизнес-подход, да, личного интереса, да, это будет мне, и решение проблемы.
Ваш, Николай, прогноз, как активно все-таки будет развиваться вот именно это движение? От чего это зависеть будет? Ну, я имею в виду, конечно, нашу область. Но сейчас во многом зависит это все от принятия закона, да? Ну, смотрите, нет, то есть, если мы если отделить инициативное бюджетирование от социального предпринимательства, и то, и другое будет развиваться. Не потому, что там я этого хочу, это объективно, оно будет развиваться. И я этого хочу тоже, и я над этим работаю, но это будет рост, он будет постоянным. Темпы, собственно, интересные. Наличие закона позволит немножко по-другому строить планы именно на уровне там, деревни там, условной. Мы не просто там делаем на один год, а мы знаем, что это надолго, так, и мы можем начать планировать. Более такая перспектива, да, отдаленная уже, да? Вот, более широкий горизонт. Да, знаете, пример, который я привожу, наверное, вот, и этот пример тоже всех удивил в Костроме. Приезжаю я на одно собрание в деревню Зимник. Зимник? Да. Это Кирмецкий район. Спрашиваю, что будем делать? Будем делать теннисный корт. Я говорю, что? Теннисный корт. Я говорю, а что, других проблем нет? Мы по вашему местным инициативам сделали дороги, сделали водопровод, сделали ремонт клуба, сделали для тебя площадку. Сейчас хотим теннисный корт. Я говорю, подождите, а... Имени Ельцина. Нет, зимой это будет каток. Я говорю, так, еще раз. Вот будет такая площадка, асфальтированная, зимой заливаем водой, это каток, летом это теннисный корт, убираем сетку, это просто место для игр для детей. Знаете, это граница у Кировской области и Удмуртии. Ага. Это чуть-чуть не Киров. Люди за 5 лет смогли изменить свое сознание от решения проблемы. У нас нет ничего. Мы хотим расти и делать теннисный корт. Вот это да. И вот после, это уже Нью-Йорк. И после этого я понимаю, да, что вот я хочу ездить на такие собрания инициативного бюджетирования. Я хочу говорить с такими людьми. Так сделали в итоге площадку-то? В прошлом году у них была проблема, к ним не вышел подрядчик. Но проект перенесли на этот год, поэтому я думаю, что они построят. В этом году? Да. В прошлом году у них не получилось. Именно не вышел почему-то подрядчик. Проблема в подрядной организации. Это проблема, которую сегодня вырешить не можем ни мы, ни муниципальное образование, ни даже область. Николай, спасибо большое. Прям вдохновили. Я думаю, не только меня, но и наших слушателей. Прям как-то воспрянул как-то. Я лично вот, да, от таких примеров. Спасибо большое. Николай Полюснин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Всего доброго. Всего хорошего. Да, до свидания. Особое мнение на 101 FM.